деньги мать. Это болезнь всего остального. Помахать. Это самая большая крепость, которая была на территории Португалии периода арабского владычества. 80 на 80 метров в квадрате, 2,5 метра в поперечнике стены. Алкасова, построенная Аль-Мансуром, действительно внушала страх. Я отвлекусь, у нас сейчас с правой стороны находится стадион Драгау, стадион команды Порта. Он у нас остался в ней нашей экскурсии по Порта. Тем не менее, постройка 2004 года, группа английских и немецких архитекторов, которые взяли за основу один из стадионов Франкфурта. Обошелся он в достаточно небольшую сумму для города, 7,5 миллионов евро. Построен был к чемпионату Евро 2004 года. Я возвращаюсь к истории. Аль-Мансур построил огромную крепость и собирался показать всем, каков он настоящий джихад из арабского мира. Но джихад и демонстрация этой силы продолжалась недолго. В 1997 году король Кастилии и Леона вместе с своим главнокомандующим Доном Сезанде вперед измором осадой эту крепость. Собственно говоря, это было продолжение вот той баталии, той битвы, которую мы разговаривали вчера. Кто с нами не ездил, напоминаю, что в 1844 году состоялась большая битва при Клавиже, когда были отбиты мощи святого Якова и возвращены обратно в Сантьяго де Компостела.